38 суток понадобилось строителям, чтобы возвести многофункциональный центр. И не только. Монтаж оборудования и подбор персонала тоже завершены. Госпиталь готов к приему пациентов с COVID-19. Центр полностью обеспечен самым современным медицинским оборудованием, включающим аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерный томограф, аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации, позволяющим оказывать медицинскую помощь на самом современном уровне. Создан запас необходимых лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты для пациентов. Всего в стране будет построено 16 подобных учреждений. Два из них расположены в Подмосковье. Для работы в новом центре военные медики прошли обучение повышения квалификации в военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Ведется масштабная работа по борьбе с этой инфекцией. Для этого задействована группировка сил и средств, численный состав превышает 30 тысяч человек, 4 тысячи единиц военной техники, которые специально собраны в отдельные отряды, которые работают по всем направлениям, координацию которой осуществляет оперативный штаб Министерства обороны. Строительство медцентра на 100 койко-мест в Одинцове, так же, как и в Нижнем Новгороде, завершено досрочно. Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России продолжают возводить 14 многопрофильных медицинских центров. Работы ведутся с общим опережением графика в 3 смены в круглосуточном режиме. Мария Шматкова, телекомпания «Одинцова».